Йо-йо, братва! Сегодня с братом Серегой решили прогуляться по городу, прокатиться. Серега стесняется еще, он еще не попадал на мой блог. Мы ездили по делам. А, ну ездили по делам, да. В общем, короче, попали в королевство бутиков. Прогуляемся, посмотрим. Очень интересно, красиво. Маленького города бутиков. Очень красиво. И дорого. Мы здесь только гуляем. Фонтанки проходит какой-то движняк, не смогли проехать мимо, и сейчас мы подойдем, узнаем, что за акция проходит на набережной Фонтанки. Ребята, а что за акция такая проходит у вас? Сбор мусора? Раздельный сбор мусора. Раздельный сбор мусора. Вот так вот, такая вот движуха, бутылки. Пока вы выкидываете все в мусорное ведро вместе, кто-то все это разделяет и приносит выкинуть, чтобы было все чисто и ровно. Да, друзья, это движуха. Сейчас как вы делаете? И как часто вы этим занимаетесь? Раз в месяц. Раз в месяц. Круто. Молодцы. Ну, большой, так и надо его выставить. В общем, жители Санкт-Петербурга за чистоту. Мы тоже внесем свою лепту. У нас есть батарейка. Давай, батарейка. Машина. Давай, неси. Давай, давай. Мы тоже внесем свой вклад. Батареечку выкинем туда, куда нужно. Сейчас мы узнаем, куда. А куда можно было бы батарейку отдать? Батарейку мы не берем, а вот так вот, да? Ага. Все, спасибо. В общем, такие акции в Петербурге проходят. Раздельный сбор мусора. Много петербуржцев спешат скинуть свой мусор, который они разделяли в течение 2 недель по разным, так сказать, урночкам. И теперь они с улыбкой это все сдают. Проблема.
ребята, мы добрались на парад ледоколов. Большой наплыв туристов, и сегодня мы на ледоколы не попадаем, потому что надо ждать очень долго времени, у нас нету времени, поэтому мы просто снимаем, ходим, гуляем с Серегой. Серега тоже на свой телефон там пишет видео. С какими-то заплатками она. Погода, ветер, не айс. 4 мая. Расскажи по поводу сегодняшнего праздника и по поводу того, что мы не смогли попасть на ледоколы. Самый лучший. Самый лучший, да? В следующем году еще можно приехать, опять не попасть. Погнали ближе к концу нашего видео.